Всем привет! Казалось бы, видео шуточного характера, но я скажу так. Если вы обрезали финансы своей женщине, ну, своей в кавычках, но при этом у нее все осталось как обычно, да, то есть практически в жизни ничего не изменилось, и, возможно, даже появились какие-то новые штучки-дрючки, типа какого-нибудь айфончика последней модели, я не знаю, ну, что-то из этой серии, что, в принципе, относительно дорого, но что вы ей не покупали. Так вот, скорее всего, да, у нее есть любовник. Поздравляю вас.